Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги IT-специалисты. Рад снова приветствовать вас на наших курсах. Меня зовут Даниил Динцис, я работаю в IT более 25 лет, являюсь сертифицированным тренером EXIM. И сейчас хотел бы представить вам наш новый курс по подготовке к сертификации EXIM Intermediate «Управление изменениями и релизами». Наш курс состоит из двух частей и предназначен для тех специалистов, которые вовлечены в регулярное управление изменениями и выпуск релизов в ваших организациях. Первая часть курса состоит из трех дней, на которых мы самым детальным образом рассматриваем все шаги согласования изменения, подготовки, тестирования релиза и выпуска его в промышленную эксплуатацию. Первая часть курса будет полезна всем управленцам в области IT, независимо от вашего желания проходить последующую сертификацию. Вторая часть курса однодневная. В течение этого дня мы подробнейшим образом готовимся к прохождению престижной сертификации EXIM Intermediate Release Control and Validation. На курсе мы рассматриваем следующие темы: управление изменениями, управление релизами и развертыванием, управление конфигурациями, а также требования к соответствующим системам автоматизации. Для успешного прохождения этого курса вы должны разбираться в основах управления IT как услугой. Для этого я рекомендую предварительно пройти наш курс «Основы библиотеки IT». По завершении курса вы сможете грамотно организовывать работы по сбору требований, согласованию изменений, организации работ по выпуску релиза, их тестированию и развертыванию в промышленную эксплуатацию. Те же из вас, кто пройдет вторую часть курса, смогут успешно сдать престижную сертификацию EXIM. Наш курс официально аккредитован EXIM, встроен в линейки профессиональной подготовки, поэтому на нем вы сможете получить максимум информации и практических навыков. Уважаемые коллеги, мы всегда рады помочь вам повысить профессиональную квалификацию, вашу ценность для работодателя. Ждем вас на наших курсах.